зачем нам вести дневник? Я часто замечал, что как только мы начинаем писать, удивительным образом ответы как будто бы уже содержатся внутри нас. И нам важно научиться доставать и находить эти ответы. Поэтому на занятии мы будем говорить о том, как это можно сделать и как дневник помогает улучшать качество нашей жизни, как внешней, так и внутренней. И перед занятием я хотел бы дать вам одно задание, предложить. Каждый день отвечать себе на один вопрос. Кому или чему я благодарен за сегодняшний день? И на занятии мы поделимся этим опытом, как это меняет качество нашей жизни. Меня зовут Олег Мисяк, я преподаватель школы «Новая Акрополь», и всех жду на практикуме о ведении дневника.